Всем привет! Покажу детки стрептокарпусов, которые у меня подросли. Так, это Blackberry. Вот, это уже цветет вот эта вот детка. А вот здесь вот несколько деток в одном большом горшочке. Я их пока не разъединяла. Показывала цветение своего взрослого кустика. Не помню, на YouTube показывала или нет. Очень красивый цветок, он такой бархатный, с точечками, потрясающий. Такой есть еще бордовый, но бордовые детки еще маленькие. Вот. Две детки такие есть, Blackberry. А для сравнения, тоже есть две детки подросли. Вот это Velvet Notley. Тоже вот цветет уже, ну не детка, это уже даже не стартер. Подрощенные уже кустики большие, практически цветущие. А вот Blackberry. Blackberry и Velvet Notley. Вот этот вот. У некоторых цветочков вот белая окантовочка, очень красивая. Цветок почти черный, такого черничного цвета. Blackberry посветлее. Вот. Две детки, и обе цветут. Вот такой стрептокарпус. Называется Грост. Название. На видео он как-то посветлее. На самом деле серединка поярче, пожелтее. Ну, со временем, конечно, выгорает, но сорт красивый. Так. Вот. У стрептокарпусов. Не всегда стрептокарпусы любят, когда им трогают цветочки. Они могут вот так облетать. Вот. Ну, две подрощенных уже детки стартера. Мой взрослый куст. Тоже есть видео. Очень пышно цвел, очень красиво. Такой цвет перламутровый. Блестит, переливается. Красивый и крупный цветочек. Так, это сорт Солнечная долина. Цветочек тоже крупный, блестящий. Вот он меняет свой цвет. Вот расцветает желтенький низ цветочка у него. Потом он выгорает и становится практически белым. А вот тоже... Кустик уже, вот смотрите, небольшой, но сколько на нем цветочков было. Вот два засохших цветоноса, вот нижний один цветочек упал, но это, собственно, тоже уже отцветает. То есть стрептокарпус, который цветет тоже пышно. Это уже тоже старенький цветочек. И когда цветочки держатся долго, вот на них появляется такая, не знаю, будет видно или нет, по краю окантовочка такая черненькая. Ну, не черненькая, темненькая такая. Интересно тоже так смотрится. Вот на этом цветочке, наверное, видно больше. Не на всех как-то цветочках, но бывает она. Вот. Это вот мой кустик. Показываю просто цветение. Вот. Красивый тоже цветочек. Крупные цветы, не мелкие. Один из моих самых любимых стрептокарпусов — это стрептокарпус февраль. Вот тоже две детки, обе цветут. Правда, одну я тоже задела цветочек, и вот он упал. Вот. Но он уже цвел давно. Уже пора ему было. А вот здесь вот тоже февраль. Но стрептокарпус, который цветет без мутации, как бы, как они называются-то, спорты, тоже цветочек, в принципе, красивый, такой нежно-розовый, перламутровый. Вот, но так вот можно купить непроцветшую детку, и она зацветет либо по сорту, либо спортом. Ну, это и у фиалок так, и у стрептокарпусов.
И у всех, как говорится, бывает. А вот это тоже один из моих любимых сортов. Жозе. Рулетка махровая, красивая. А, очень простая в уходе. Потому что стрептокарпус некоторые бывают капризные. Вот тоже пал цветочек. Потому что я их уже туда-сюда переставляю 100 раз. Вот. И легко зацветает, цветет пышно. Вообще очень мне нравится. Люблю жиозе. Я люблю. Красивый. И вот, например, взять вот эту вот. Ну, уже стартерчик тоже, я бы сказала, не маленький. И вот у него здесь было на цветоносе 4 цветочка. Вот. То есть цветет он пышно. Его я всем рекомендую. Красивые цветочки. Люблю я еще, когда такой контраст цветов. Горлышко белое. И край такой бордовый, махровый. Люблю. Его я люблю. А, это стрептокарпус рыжик. Есть цветочки посветлее, но цветет уже, по-моему, давно, подвыгорел. И вот распускается поярче. Вот это тоже две, ну, детками их назвать сложно. А, тоже вон сухие цветоносы, еще новый цветонос. То есть в продаже вот эти вот кустики, которые совсем уже не маленькие и цветут. Чем хороший этот стрептокарпус? У него не крупная розетка. А, и тоже разрастается вот этот мой кустик, который уже давно ждет у меня ухода, пересадки, деления куста. Но все, руки никак не доходят. Вот старые цветочки, выгоревшие уже полностью. Вот такой яркий красавчик. Также в продаже два кустика, красное и черное. Один вот набрал бутончики. А вот это мое растение. Вот смотрите, красное и черное, но тоже цветет вот этот именно кустик, получается, без мутации. Просто бордовыми цветочками. Бывает такое. А вот этот вот соседний кустик, по сути, который разделился на два куста. Цветочек я сейчас отломила. Потому что он закрутился под лист, он все равно бы, наверное, не расправился. Смотрите, а он будет по сорту. Вот, красное и черное. Один кустик, а последний остался. Дикая орхидея. Вот это я показываю цветочек на своем растении. Вот так вот загорает на солнышке пятнышками. Вот этот кустик в продаже. Здесь, по-моему, уже два кустика даже, но он не цветет. И в продаже остался последний кустик 2166. Вот такая вот звезда. Я ее тоже отломила, пока туда-сюда перетаскивала. Цветочек не успел распуститься, поэтому мелковатый, так он крупный. Вот этот вот кустик, вот тоже есть сухой цветонос. Два цветоноса, которые отцвели. Это DS2166. Еще один из любимейших мною сортов – это мак. Вот это кустик остается у меня. Это детка, которая была в продаже, но не успела ее продать. Она подросла. Так вот у меня зацвела. Уже тут много цветоносов, много бутончиков отцвело. И материнский куст покажу. Тоже сейчас цветет. Тоже уже несколько бутонов отцвели. Даже вот эти вот уже старенькие повисли. Это же все цветочек падает. Ну вот он еще сохраняет свою красоту. Мак очень крупный цветок. Очень красивый, вообще потрясающий. Не совсем бывает легко с этим сортом справиться. Но все-таки у меня получается.
Так, я покажу кустики, которые сейчас в продаже. Вот эти вот. Они не сильно большие, но и не сильно маленькие. Вот один даже цветоносы набрал. Вот этот вот кустик. Вот. Мак. Красавец просто.